Яркие овощи и свежайшее мясо, шипящее соком на гриле, уже через несколько минут шеф-повар Мадлен соберет в гармоничный ансамбль из нового бургер-меню. Над каждым заказом шеф колдует отдельно. Каждый ломтик должен быть идеален. Новые бургеры на суд гурманов представлены в сети кофеен Мадлен. Представляем вашему вниманию бургер-меню. Но предупреждаем сразу, не путать с гамбургерами из фастфуда. Мы сейчас запустили 6 видов бургеров. Учитывая каждый вкус и пожелания наших гостей, планируем разработать, в общем, 13 видов бургеров. Каждый бургер имеет облегченную форму подачи, без хлеба. Эти бургеры рассчитаны для людей, которые на специальном диетическом питании. Никакого потока конвейерной жарки и полуфабрикатов. Заботливая и профессиональная рука повара чувствуется в каждом блюде. И посетители уже оценили прелесть вкусов и выгоду от обеда. Нам очень понравилось. Очень вкусное мясо, такой необычный маринад. И вот в этом блюде мне нравится, что одно блюдо заказал, и там в нем все. И бульончик, и салатик, и картошечка, и мясо. Все, что мы любим. Новые бургеры можно попробовать в Мадлен на палубе. В бургер-меню палубы 6 видов бургеров и 6 облегченных подач. Впечатляет посетителей бургер «Филадельфия» и «Казахбургер». Блюда, оформленные в удивительно колоритном стиле. Гостям кофеен на улицах Рыскулова и Талиби пока предоставлено меню из 2 основных видов нового ассортимента. Но специалисты Мадлен уверены, бургеры по-шымкенски обязательно займут достойное место в кулинарном тренде не только города, но и страны.